2 мая 2021 год, Харьков 5.19 по Киеву. Восход солнца на Пасху, как обещал, снимаю. Погода позволила. Облачка практически ушли полностью. Вот наша красавица солнышко. Выползает из-за облаков. Человек я неверующий, но вы как православные, я так понимаю, вполне себе можете считать исчезновение внезапных облаков этим утром на востоке таким себе чудом. По крайней мере, рассвет позволила нам снять. Матушка природа позволила нам снять рассвет, ну или в вашем случае Господь. Выглядит это прекрасно. Очень красивый рассвет. Это я меняю выдержку, почему меняется яркость солнца на аппаратуре. И, к сожалению, я должен уже прекратить съемку, потому как эту самую аппаратуру приходится беречь, снимая без фильтров, без светофильтров. Вот как это выглядит, выдержку увеличиваю. Вон какие примечательные облачки у нас. Красиво, конечно, не поспоришь. Вот этот кадр, пожалуй, будет последним на этот дубль. 5.22 по Киеву в Харькове, 2 мая 2021 год.